1 декабря по 19 января 2019 года в музее-заповеднике «Родина Ленина» заработают многочисленные новогодние и рождественские программы. Так, в музее дом-ателье архитектора Федора Левчака «Обманчивая двуликость маскарада», на фоне которого разыгралась трагедия главных героев пьесы Михаила Лермонтова «Маскарад», зазвучит с новой силой в формате новогоднего праздника. Мы проводим его уже не первый год, он полюбился уже старшим школьникам, взрослым, нашим посетителям, студентам. Посвящен он теме маскарада и событиям, которые разворачиваются на нем. Приветствуются нарядные маскарадные костюмы, маски, прекрасное настроение. Мы приглашаем всех в дом-ателье архитектора Федора Левчака. В том же музее, историческом особняке архитектора Федора Левчака, в экспозиции «Театральная жизнь Симбирска» для самых маленьких состоится музейный праздник «Снегурочкины заморочки». Он проходит в форме квеста. Чтобы спасти праздник, участникам придется взять на себя роль героев новогодней сказки и устроить выборы Деда Мороза и Снегурочки. А в музее градостроительства и архитектуры Симбирска-Ульяновска уже стартовал праздник «Театр у елки». Он подарит детям самую настоящую сказку – встречу с добрыми волшебниками и любимыми сказочными героями – Снежной королевой, Снегурочкой, Ангелом. А веселый озорной Петрушка, любимый народный герой, покажет свой спектакль-представление. А также в наших музеях с 20 декабря по 10 января 2019 года будет гостить самая настоящая Снегурочка. Бабушки, дедушки, мамы, папы, внуки и дети могут приходить всей семьей к нам в музей, и их всегда будет ждать Снегурочка на новогоднюю сказку именно для этой семьи. Мы ждем вас, дорогие участники, приходите к нам в музей. Кроме того, в музее-заповеднике «Родина Ленина» пройдет множество мастер-классов по изготовлению новогодних игрушек с применением современных декоративных техник и материалов. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.